Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе рабочей поездки в Армавирскую область сообщил о намерении уйти в отставку. «В апреле я подам в отставку, не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы», сказал он на встрече с жителями области. При этом Пашинян подчеркнул, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов. Ранее премьер-министр Армении после проведения с парламентскими силами страны консультаций и с целью выхода из внутриполитического кризиса, в котором Армения оказалась после поражения в 44-дневной Карабахской войне, сообщил о проведении 20 июня внеочередных парламентских выборов. Действия Пашиняна с юридической точки зрения являются результатом бюрократической конструкции, которая продиктована Конституцией Армении и порядком проведения выборов. Что касается политической составляющей, то Пашинян надеется на рестарт, то есть перезагрузку своего политического проекта и тем самым подтвердить собственную легитимность. Как передает канал «Альтернатив» со ссылкой на «Взгляд», об этом сказал директор Института Кавказа Александр Искандарян, комментируя предстоящую отставку Пашиняна. После войны в стране проходят регулярные протесты с требованием отставки премьера, потому что его легитимность многими ставится под сомнение, поэтому он пытается ее подтвердить с помощью перевыборов, пояснил эксперт. Что касается действий оппозиции, она выступает за перевыборы, но при этом она призывает Пашиняна уйти в отставку по-настоящему, а не понарошку. По мнению оппозиции, если Пашинян останется временно исполняющим обязанности премьер-министра, это позволит ему задействовать административный ресурс в ходе выборов, которым он может воспользоваться. Потому призывы оппозиции понятны, ну а Пашинян, в свою очередь, надеется благодаря такой схеме сделать политический рестарт, заключил Искандарян.